приказа, сэр! Какой курс, капитан? На принципе, квартирмейстер. Мы плывем к берегам Африки. Там еще воды, капитан! Зайдите ко мне, одни водички! Водички! Держись! Ударим. Сейчас ударим! Спустить все, кроме грота! Удачная позиция! И в щепки! Он идет ко дну! Образцов ветерей к ветру! Тащи их сюда! Отдать все! Вперед! Поднимаем все паруса! Стерборд! Там груз с корабля, сэр! Убавить паруса от бури! Мы все ближе, трави, капитан! Трави! Я на поиске Робертса. Не задерживайся, команда ждать не станет. Кэп за бортом! Thank you.
Капитан Кенуэй. И вновь опасный момент, Робертс. Пора нам уже прекратить вражду. Тогда не преследуй меня больше. Мне это ни к чему. Я верен своему слову. Капитан Хоуэлл угодил в засаду португальцев. Упрямый глупец. Я его предупреждал. Тамплиеры. Это они, Бёрджес и Кокрам. Те же, что привели вас в Гавану. А, видно, тамплиеров уже не скрыться, да? Полагаю, пора дать им отпор. Ха. Приятно это слышать. И я знаю, как это сделать. Но эти Бёрджес и Кокрам, они не должны унести весть о моем побеге. Поверьте, не унесут. Увидите кого из моей команды? Отправьте их ко мне, будьте добры. Конечно же.
Кардакума полоприня. Ай, Кардакума полоприня. Руки в ноги, а не то оставим вас тут. Выходим в море!
Форд, мы уходим. Вставай, собака! Боцману надо подсобить! Берите, что сможете унести. Ждать не будем. Хватит спать, собрались и бегом в порт. Мы уходим. А ну пошевеливайтесь, отребья! Выходим в море! Ты помог нам, Кенвей! Доказал, что ты ассасин! Но зачем? Потешить свою гордость. Вы встали у меня на пути. Не стоит так делать. Эгоист и дурак! Хорнигол был прав. Он для меня ничто. Пустое место. Как и все вы. Напрасно, Кенуэй. Вспомни, ведь именно тамплиеры помогли нам. Не король. Не родина. Тамплиеры. Тамплиеры. Наша семья. А где твоя? Честная служба. Это лишение, низкая плата и тяжкий труд. Нам, джентльменам, удачи, доступно изобилие, удовольствие, легкость, свобода и сила. Кто же в своем уме выберет ту жизнь, когда единственная угроза пиратству — косые взгляды бессильных мира сего. Ха! Да, я среди вас 6 недель. И за это время стал мыслить так же, как вы. И, признаюсь, убеждения мои стали так сильны, что яркость непривычки, возможно, даже пугает вас. Но если вы видите во мне капитана, черт подери, я буду им. Я испробовал все это, и теперь я знаю, лучше быть капитаном, чем обычным человеком. О, боже. Ваше упорство мне льстит. Я ищу обсерваторию. Говорят, только вы знаете, где она. И это так. Хоть мне и претит такое рвение, но я вижу в вас скрытые таланты. Бартоломью Робертс. Эдвард. Пока мне нечего сказать. Жду через 2 месяца, к западу от подветренных островов. Поможете мне, я дам ответ. Забавно. Цингу лечить приятнее, чем болеть ей. А как словишь что-то от шлюхи и лечишься ртутью, мечтаешь заражаться снова и снова. Вас что-то тревожит? Да, конечно, все хотят жить по правилам, так? Но под давлением инстинкты побеждают законы, сковывающие всех.
Что влечет кредо, если оно не вызывает одинаковые поступки? Оно дает ощущение причастности. Что скажете? А, люди — это овцы. А старый волк вроде меня по праву пьет всю эту кровь. Отправляйтесь сюда. Лишь с верными людьми. Первые отчеты вселили надежду на то, что Эцио Аудиторе станет идеальным кандидатом для будущих проектов Абстерго. Его харизма, сексуальная притягательность и юмор делают его отличным лидером. Впрочем, Орден Ассасинов дурно повлиял на него. Увлекшись местью, он потерял все вышеназванные качества. Часто за Эцио замечали пассивное принятие зла. Его одолевали жуткие противоречия. Он проповедовал свободу мыслей, но при этом покинул дом ради того, чтобы нести людям свое извращенное кредо, как в случае с этой китайской девушкой. Заметьте, он ведет себя по-прежнему как старый распутник. Его характер строится на демагогии. Эцио утверждает, что главное в его философии – любовь, но все проблемы он решает при помощи насилия. Как следствие, мы пришли к выводу, что развивать Эцио Аудиторе до Ференце будет рискованно. We are attempting to synchronize the DDS system. This will only take a moment. We are almost there. The DDS is now in sync. Thank you for your patience. We hope you enjoy your experience. Rudolf II invited many notable figures to his court, making Prague the center of European culture. Among them were Englishman Edward Kelly and his stepdaughter, Elizabeth Jane Weston. Observe her and report any alleged collusion.